Может, прям написать не на форуме, а сюда отвечаю тут, если прям напрямую из игры. Вряд ли. Лучше в VIP-разделе, да? Форум. Не, ну не писали же, что бывает только бак, что двери не открываются. Да, Потому было, что... там люди писали, то что стоим, умалчи, дверь закрыта, там было Ну так это именно у малыша в том-то прикол, а это у шахмат. Ну в смысле, это дверь к малчу идет. Нет, понятно. Не, по Это идее, там, я последний помню, вариант. ребята проходили вообще раньше, дверь вообще все время была открыта. То есть они даже могли до мальчика дойти, но он просто выделся. Ну да. Феникс, тебя с чего резнули? Может, это мы в обычке убивали, а? Погибли. Да? Шибанутый, блядь, опера в обычке. Идет как не, да? Да-да-да. И печеньку в обычке поботали, да? Угу. А, богоюзина. Да все было что-то понятно, знаешь, что меня наебали, что меня рез. Я написал, сейчас, может, сейчас я подождем ответ. Только что тебе рез стоял. Короче, все, знаешь, как я сама, когда ходишь два раза, пепельный, блядь, поймал лицо. Да-да-да, тут я тоже убью вас, блядь. Будем ждать, пока ответит. Все, не слава богу, кстати, на Сирусе. Кто-то говорил, что типа через второй вход как-то можно зайти, но это типа такое. Бля, там сверху такая разруха классная. Ну-ка, Максон, я пока поэкспериментирую. Дай мне левитацию. Где тут? Дай. Хочу поугарать. Так. Так, уже какой-то барс не отметил. Сейчас, секунду. Бля, ну ладно. Где он там, блядь, сидит, петух, нахуй? Ну, блин. Пойду я себе куплю, наверное, штанишки. Зачарю танковские чарки. И побольше. Пойду пока квест сдам тогда. Как раз их два сдам. А, блядь, нет, не сдам. Короче, надо, блядь, сейчас купить грудачок, выбить себе печенегу последнюю. И все, блядь, Максик, кинь еще раз, пожалуйста. Ага, пошел квест сдавать. А подожди, они что, закончились, типа, или что? Или они не убили, погибли? Или убили? Че, админ ничего не ответил? Ну, там что-то ответили. А что со стримом? ОПГМ кто-то говорит, где? ОПГМ где? Барнси. Здорово, братишка. Я помню. А я улетел. Он... На Барнси ответил сразу же, как только написал.
Он пошел смотреть всех боссов? Красавчик. Дверь открыл. Дверь открыл, да, погнали, верно? Я пропустил. Сезам, откройся, да? Давайте, парни, пошли чистить. Волшебно. Великий дар фортуны. Да это только гроб, блядь. Это там у нас половина, блядь, съебалась, я же ждал раны и всякие. Я чарю штанишки себе пожирнее. Работало. Щит мой, да, все, блядь. Игрушка. Кирюшечка, фицкой дай. Что, сейчас, секунду. Вы там это... Ты кучу шмота, я смотрю, скары полутал, ебать. Вы там чё еще войдфуры с концами только не забирайте. В смысле? Ну, это... Он уже ко мне подписался. А вместо кого она? Ну, перемена у нас. Что бывает такое, не знаю. Все, блядь, до свидания. Что-то сова 3 с ПДК ДПС не устроила. Что? Не понимаю, что. Сова 3 с ПДК ДПС не устроила на опере. Без комментариев то оставлю. Да въеби ему, въеби. Эта сова, кстати, умнее, чем Альфредос. Она меня ни разу не убила на Молчазаре. Ну, лобстер-то тут. Бля, это не показывает его. Показывает, что он тебя щитит. Это девочка. Встань, да она. Это королева. У нас тоже такая есть, да-да-да. Пошла бота чарит. Он, смотрите, он, кстати, не ливает, нахуй. Он, походу, это, наблюдателем задел. Так, слышишь, Зеленыч, я тут слышал, короче, что вам там дикей еще слот освободился, да? Какой? Вот там, да? Это они, наоборот, нашли нового. Мы нашли уже гига. Чада. Кого, блядь? Не знаю, там какой-то чел в опере ни разу не был, у него шмот хороший. О, слушай, смотри, а я был на опере, слышишь, говорят? А, ты хочешь... Ой, блядь, давай. Я тебя сейчас вообще кикну, нахуй. Не, давай, Борло, нормально. Смотри, у нас в статике никто не токсичит после вайпа. Так, тогда нет смысла. Я люблю... Ну, он будет токсичный. Я буду токсичничать, нормально? Хотя ладно. Ладно. Что вы там, что вы стоите там на погибели-то? Чё ты стримов? Чё, стримов, ну да, впадло стримить, не хочу. Ну так вы убили оперы? Может, вообще? Не, ну да, тут у нас Роган отошел минут на 10. Мы сейчас АФК стоим. В общем, погиб... Да не, ну мы этот, мы так чисто тестовый трай запустили, у нас... Да есть новый босс вообще, боб. У нас вроде нормально было, первую прожили, потом у нас два бопа залетело, и Мака из блок нажал. И чё-то фазы не было переходной. Ну да, бывает такое иногда. Вот и нам потом голову Фенриру снесло. Да вообще изи, на самом деле. Еще мы, короче, подумали, что третье сожжение можно пройти вон для зеленкой. Да нет, второе вон для зеленкой проживает. Ну мы поняли, что 180 тысяч он не переживает. Нет, переживает. Первое я переживаю кровью, второе... Да мы уже поняли, не, мы уже нашли способ выживать. Ну, второе зеленое. Лучше идеальное, типа, зеленка плюс зубы и все. Бопы не давайте, она багается. Берешь другого ДК и все нормально, да? Мы на первую ничего не жмем, на вторую... Причем кровь. Да, это не шутка. На первую кровь. Она багается, зелено, забей, типа, блядь. Будете там сидеть, нахуй, до завтра. Ну ладно. Не знаю, мы убили с какого, наверное, с третьего плава, блин. Да убили бы со второго там просто, видишь, тебя шотнуло. Да, меня шотнуло на втором, блин, там, чутка на второе дыхание, блядь. Виноват ДД, подбежал бить и его шотнуло. Всё. Да, ебать, а пиздец. Хули ты подбегаешь, блядь, хилы отвлекаются и все. На, хит Зерона, просто чтоб ты понимал. Хил отвлекается, чел умер 0-0-1. 0-1 сотая. Там дыхание плюс стычка. Тупо рекорд да, поставил. Прослакал, сори. В смысле прослакал? Ну, хил, да ты чё не сразу захилили? Самое прикольное, что был у нас вот сейф, типа, блядь, спокойно было. Я такой стою на чиле, на слабоне, думаю, ну добиваем парня.
Ну что, мы Молчезара мы с 12-го пула убили. Ну, Прохор раз. С первого, наверное, да? Там сегодня пошел. Да, да, с первого. Расскажешь, Барлот, блядь. Что, блядь? Так, ну я тут половину фасок не буду раздавать, потому что вас сохранились, блядь. У меня одна есть, да. Там только у меня тоже в ГБС. У кого-то не осталось только, да? Давайте, у кого меня у нас есть. У кого больше, у кого меньше двух? Ноль. У меня одна. Я в банк скидываю сразу, банки. Спасибо. У тебя закончились, пиздюк? Да у меня есть. Нажимал, хорош, теперь в них 5. У меня 4 штуки, могу 2. Я одну барон только. Давай, ха-ха. Все, у всех есть хотя бы 2 штучки, чтобы мы, если вальнемся один раз, то не передавать еще раз. У всех есть? Напоминаю, чтобы этот, не пьем припоты, только припуле, ну, то есть до половины. Короче, я за маслом полетел в шкаф. Тихо. Я сейчас дабу тебя. Да ладно, я, блядь, летаю, куплю один хук, надо. Смонять сейчас. Только что. Бля, не хватает 3 мастерства, вот отвечаю, будет парировать постоянно, блядь. О, Макс, поделись со мной. А, кинь обмен. Сейчас только найду. Да, все круто. Тик, блядь. Я опять буду первый, что ли, начинать? Лобстер, череп. Войт Фьюри, у тебя символ на Старфол есть, да? Да, сам себе. Иван. Войт Фьюри. Символ на Старфол есть у тебя, нет? Нету, значит, ты можешь стоять дальше, правильно? Подожди, сейчас тоже нет. Сниму, блядь. Если что. Все, отлично, да. Вальмора полумесяц, квадратик Ридыга, череп, лобстер, трусы Холишит, крестик Фиеста, ромбик Войт Фьюри. Барабаны бахнут. На первой и последней фазе. На первой, второй и последней. Да, понятно, да? Поставить. Сейчас подождите, пожалуйста. Дайте объясню человеку, блядь. Этот. Короче, стоишь в этой метке и декурсишь. Вынеси рейдфреймы и там обязательно. У меня есть все, есть. Все, первыми декурсишь хилов, дальше похуй там дальше типа, декурсишь. Да типа забей, я сейчас просто их кину, блядь, ну, Войт Фьюри пускай вторую пати декурсит нахуй, а Лобстер первый, все, ну, да, пускай вот так занимает. Все, фиг. Так, давайте подберем сейчас какую-то аппу. Так, у нас уже кажется. Я бы на самом деле лучше сделал не так, знаешь, как бы я сделал, типа, так и вот так, чтобы их декурсил Лобстер, а не Войт Фьюри. Лобстер точно знает, что делать. Давай. Братан, у меня воду стоит, я могу диспелить. Не-не-не, не про это дело. Ну просто мало ли ты типа, растеряешься. Ты зачем на огонь? У нас ТТМ будет. Да, ТТМ будет на огонь. А можно мне обычную каску? Просто я так помирать буду весь. 2% что-то хочется получить. Спасибо. Тебе ничего не даст. Да, тебе ничего не даст. Чуть-чуть больше хп. Тебя в идеале вообще пошел бы типа... А, ты шкелет. Дальше. Смотри, Войт Фьюри, на первых всех фазах стоишь просто в крестике, блядь, декурсишь и бьешь босса. Все, блядь. Банки зелья. Что банки зелья? Сопротивление выпивай. Припоты не пьете тут. Все, в ромбике только стоишь, просто. Да, в ромбике стоишь и этот, декурсишь. Все. Это будет первая фаза. Стоишь, бьешь босса, блядь, декурсишь. Если на тебя будет жертвенный огонь такой, пожимаешь этот вот кожу. Либо в медведя, желательно, в медведя прыгаешь, кожу прожимаешь, все, проживаешь, заново бьешь босса. Понял? Пишу, понял. Что это? Равно это плюс или что это? Все, понял, отлично. Потом, у нас босс перекинет на 40% хп, перекинет нас в другой мир. Мы там сбегаемся в кучу, дамажим, все то же самое. Типа, если скажем какой-то сейф нажать, прожмем. Дальше будет третье место. Там нужно будет рассредоточиться на 30%, рассредоточиться по кругу, стать и декурсить. При этом босса не бить. То есть просто декурсишь, стоишь. Мы сами подобьем. Четвертый мир. Когда нас кинет четвертый мир, твоя задача бить босса максимально. Фул бурсты, блядь, нажал, бьешь, блядь, там ДД фласочку перепил, бьешь, блядь, там... Глушишь. Если босс берет тебя в таргет, мы говорим там, Войт Фьюри, убегай. Ты выбегаешь,
И под конец каста босса выпиваешь эту фласку, которую я тебе дал. Есть у тебя фласка? Дал я тебе? Да сейчас ивент банки, там, духи всякие, там, 70 дают. Вот эту фласку должен пробить, понял? Угу. Все, ты остановишься на месте, тебя возьмет майнд-контроль, ты будешь на месте стоять из вот этой фласки. Все, вся твоя задача. Потом, когда придем сюда, этот вот, тут будет два человека, два или три человека с майнд-контролем. Задача их выбить без дот, как и на погибели, понял? Без дот, там 10% хп нужно будет. Выпей сопротивление, пожалуйста. Давайте только на зиме нормальный круг пошире возьмем, чтобы друг за другом не стоять. А то мы тогда с тобой стояли, это отстой. Кидает шипы в меня, ты урон получаешь. У тебя я урон получаю. Чего? Там конус. Конус увеличили в разы. Наверное. Там даже РДД, понимаешь, получали. Лупстер, Ринда, Ринда. Че, где я первый танец? Ты в черепе, да. Давай ты первый начнешь. Все, оранжи набираем, блядь. Здесь нету. Всем так, ну, мне сейчас самое главное. Вальмора и Ридига, вы в каких метках? А, у Вальмора в полумесяце, Рид в квадрате. Она квадрат, окей. Квадрат портал поставлю. А в полумесяце что, Ридарский бинком подсоединил. Все, давайте еще разчик на пол. Холи шит напоминает, ты тоже можешь разделить урон, когда на хилов кидают пожирающий пламя. Эти иннеры только по команде. Бинком. Говори, когда окей, я первый просейвлю, ты будешь второй сейвлю. Паранжу там нормально? Да. Все. Первую фазу просто бьем. Она слабенькая. Только там похилит меня на кусочек. На декурс? Декурс, да. По-моему, я что Ринда достал еще с Ордина. Не, это меня, это я по Ринда въебал на них. Я подошел под декурс. Я подошел под декурс. Мак, чуть назад. Поменяюсь, ты сервер слышишь. Риндочка чуть назад. О, вот так стоим. Давай, будем вправо, там залем. Угу, я буду прибегать туда. Так, парни, кто тут? Ну? Яшка, ты не достаешь что-то? Ринда, сместись уже чуть, пожалуйста. Видишь, что мы не стоим. Мак, чуть. Ринда, чуть нажать, шаг. Я не достаю, если чуть не нажать. Ты неужели не видишь, что мы с тобой лутаемся, блядь? Не могу, слушай, двинься вперед. Я не достаю до воску. Ну чуть подойди, ёпты. База, Гера. Смотри на свой рейндж, Гера, да. Вальмор, Вайт Фьюри, сейф. Блядь, сказал же сейф, нахуй. Ну, я бы Эрю надо ее прохилить быстро. Конечно. Вставай, хильс. Поменяться. Иннер дай сразу. Сейчас после кольца жить прожмись, я там иннер бафну. Сейчас это кольцо заберу. Вот это я должен сейвить вот сейчас. Под кольцо и это. Всё, отходи. Блять, ты должен сейвить таргеты, которые умирают. Это Вальмора, блять, и Ридига. Вот сейв, сейв, сейв! Вальмору за сейв. Я нажал, блядь. Я не знаю, зачем ты, блядь, убегал туда. Падай. Ты сейчас Рида вайпнул, да? Обойдите. Да не, надо сдохнуть, Гера. Еще раз, повторяю. Хилов, вот конкретно, Вальмора, блядь, они не переживают пожирающее пламя, нахуй. На них по-любому нужно дальше, давать какой-то сейв. Кольцо плюс пожирающее, что будем делать? У нас есть, блядь, у Насти сокрающий, как бы, если что. Что будем делать еще раз? Парни, блядь, вам сказали сдохнуть, на тебе кедеберу, блядь. Чел, иди сдохни. Мы не будем ждать 9 минут. А ДПС очень важен. Иди вздыхай. Просто ты такие, блядь, вот это вот хуйней страдаете. Я сейчас пулить босса вздыхаем, да? Ты вздыхаешь один.
Ну тебе одно, блядь, ты один умненький у нас. А, я что-то встал с дверей стоял. Ну сказали умирать, да. Все. Кирюх, вот это надо проживать как-то под этим, блядь, под каким-то сопротивлением, что-то еще. Не проживут они по сопротивлением, там, ну, только если шил зайдет. Таких вариантов нет. У нас, понимаешь, у нас сейвы прям вот под кольцо и под этот кольцо вместе с жертвенным. То есть мы всегда вот так нажимали. Прошлый там раз... только если он по себе зубы будет, зубы даст, и какая-то, не знаю, 10% хотя бы зайдут какие-то условные паризиги плюс шилд. Только так они выживут. Других вариантов нет. Настя, по-другому слушай, они умирают. Если ты сейчас не будешь искать, блядь, просто стоять на месте, мы с Яшей тебя вайпнем, нахуй. Блядь, я двигаюсь. Куда ты двигаешься? Яша, блядь, двигается, я двигаюсь. Все, блядь, ты стоишь на месте, нахуй. Нихуя не пытаешься сделать. Неужели я не прав, Яш, скажи. Я не знаю, я сейчас не смотрел за этим. Блядь, ты когда попадаешь ко мне во фрейм, я двигаюсь. У меня на этом поле все хорошо было, у меня вообще никто. Ну потому что мы от тебя убегаем, блядь. Аринда стоит в этот момент. Ей нужно. Там просто надо ровненький треугольничек прям вообще такой. Слабак, давайте поменяем. Настя, дай по мне 10%. Я всегда стою максимум ранжа от босса, то есть я один пиксель назад и все, я не могу. Да я тоже, я пытаюсь типа с вами как-то, блядь, типа чуть правее, чуть левее, блядь. Нет, по хилам не надо 10%. Там хп режет в любом случае. 2% стат. Господать там чуть-чуть хуйня. Чик на пул. Не тратьте БР, блядь, на первых фазах. Это хуйня полная, лучше вайпнуться, чем, блядь, потом стоять, считаешь, 50 минут, блядь. Ты БР. Не понимаю. Ну это вы где-то нахуй поставите, скоро еще надо. Ну чё там? Так, ладно, сразу где-то поставлю, куда надо. Там всё надо. Так, где-то портал. О, все, заебись, идеально опять стоит. Борланд, не подходи к моему пету, нахуй, съебись, да, я заебался его вызывать. Курсе, или, ладно, я буду к этому. Что, нахуй, вайп на кого-нибудь сейчас, блядь. Ставлю. Ебать, голем прямо въебало прилетел. Хорош, хорош, плюс хорош. Лобстер диспель еще меня выросли. Серега, на next. Ты последний таргет ищешь? Да похуй. Я вам еще придет диспель. Next свечу. Диспельчик, пожалуйста, блять, меняю. Ставюсь. Вот так. Да я все равно взлетаю с кем-то, парни, блядь, с кем. Шаг лево, шаг право, там пробуй чуть-чуть теперь, Карпалюш. Я не... О, сейчас нормально. Еру, давайте. Вальмора, я засейвлю. Да не надо было Вальмора, я же сказал засейвлю. Заберу после вот этого следующего. Ну если скинули, скину. Сейчас заберу. Сейчас пожирающее пламя кольцо пробую. Я сдам сейв. Я шалян, чувак, отлично. Чувак, поднимите. Все, под next будет сейвить Ринда, масса. Блять, второй колен прилетел, сука. Нужна будет... Ага, ну.
Ну, типа, если будем рациз... Вообще нежелательно, у тебя консулаура священный горкоголы. Не надо, не надо, не надо, нас не надо. Прохил! А, сука, 800 хп хорош. Бля, через 20 секунд должно быть. 7 секунд, сыр, я уже. Поднимите, чего, вот нету прожимок, сейчас прохилить еще не мучу. Нахуй, сейчас печки пролетит, сейчас вот. Сейчас кольцо Монако, Настя, ты сейчас должна будет давать. Все. Okay. Давай, Настя. Риндо Лобстер, Бабл. Короче, он выбирает таргет людей перед тем, как нажать этот жертвенный. Чуть шаг назад, с кем-то лутаю, парни. Вот так не лутаю. Давай, давай. У меня нету сейва, так что, блядь, готовьте зубы там что-то давать, пожалуйста. Готовь точечную сакру, да, если что. Лобстер и шлем нормальный. Лобстер в медведь отлично. Лобстера поднимите. Так. Даю гем. Блять, Вальмора. Блять, Вальмора уронили. Быстрее реса и лобстер его. Сразу отбегай. После этого забирай. Нету сейва, блядь, сейчас нужно будет прожить, парни. Отходи. Полишит там будет. А нет, это. Борланд, я шлем нормально проживаю. Отлично. Блядь, откуда такой... Кольцо нахуй. А, блядь, парни, ну... Прохилили. Не надо никого резать, блядь. Падать. Чуть-чуть, блядь. Сейчас, если проживали, у меня на next save. Да големы с куски падать начинают, это пиздец. Короче, либо я наркоман, либо босс перед тем, как заказчик. Не, это была порча, это была порча. Это на порчу. Когда давал Насте в меня, он перед этим выбирал нас таргеты, буквально на полсекунды. Это просто повезло, это была порча. Чел, я порчу не ловил. В принципе, ни одной порчи вот не было. Я клянусь тебе, я чекал сейчас за тем, кого он берет таргет. Он взял таргет Холишита, кинул ему порчу, а потом влетело почему-то в меня, нахуй, в Яшу. Не знаю. Не было такого. Лыж стоит, починить. А я уже бахнул. А кинь СС по Вальморычу, слышишь? КД. Йо. Кто-то близко подходит или что? Я не понимаю. Либо у меня моделька реально меньше, чем у... Я не знаю, с кем ты лутаешь, но я вообще ни разу рейндж 10 прописал. У тебя сколько рейндж? Ну я вот тоже рейндж 10 метров, и я вижу, что лутаю типа с тобой или с Риндычем. Отхожу чуть назад, шаг. У меня ты ни разу не был. Не знаю, что вроде работает. Значит, я с Риндо лутаюсь. У меня просто никого вообще не было ни разу. Ну, значит, я с Риндо лутаюсь. В конце либо тут раньше 11, да? Тебя просто не прохилили, но я шлен конкретно тебя. Ты от кольца мрака получил только 4000 урона. Ну, я, и да, и я вложенный юзаю там на дэмэдж. Если я его в стену кину, Альмара, его прохиливать никак не будет доставать. Ну, ладно, я сейчас поставлю его с другой стороны. Какой с ним? Сейчас с другой стороны поставлю. Ну, бля, мы там ходим. А что ты ходим? Я за около черепа поставлю. Так а что там с этим, с чуваком? Что там Вальмора? Ты в правую сторону уходишь. Не, я туда, я под череп ухожу, потому что не диспелит в эфире, не достает, короче. Блядь, загибали его нахуй. Куда мне его поставили? Ну тут на прямо к стеночке поставили. Все, давайте, чувак. Все, все готовы, поехали. Он будет тут стоять, значит. Ребят, сколько между вот этими вот этим огнем проходит времени? Скажите? 30 секунд примерно. Не, там что-то меньше. Между жертвенным вот этим, да? Да. Чуть меньше, чем 25 минут. Альмара, оставляй зубы.
на, если на тебя кинется во время этого кольца и пожирающее пламя, тогда я тебя не зацеплю. А так я тебя зацеплю первый раз сам. Сука, опять голем ебал. На Next Switch все. Рид тоже самое, ну Рид в принципе никаких. Блонус там. Зачем был? Зачем мне блонус? А, понял. Что, голем или? Сейчас поменяю. Ты можешь еще чуть правее? Все нормально. Вот с кем-то лутаюсь. Настюха, это ты? Нет. А Яша? Нет. Да не вы лутаете. Значит, нормально. У меня, блядь, что-то, короче, с ДБМчиком. Пишут, что ну, лутаются. Ну, 10 метров там нормас. Типа, по ХП видно, что урон нормас проходит. Адекватно. Ну, потому что мне показывают, что красненько скажет. Руда легко подпоясь. Пожирающее пламя. Отлично. Ой, блядь, парни. Давайте умираем выйдем. И... А, ну не да, нам некуда. Умираем, девушка. Не просили? Да тебе было пожирающее. 1.6, да, пожирающее въебало, я понимаю. Смотри. Что смотреть? Прожимку какую-то надо. На мне один раз было, я тогда отдавал все сейвы свои сразу. Блядь. Да, ну, блядь, я думал, просили. Сразу нахуй действует. Вы говорите, если у вас хуёв, чтобы я дизарм давал, я за другим слежу. Да там вот все нормально было, да я говорю, всегда выживалось. Типа, я просто думал, что пацаны... Ну, когда там 1.6 не было хила. Орланд, сколько у тебя мастерства? А сколько 40. Дизарм действует? 40. 10 секунд. Делай 56, меня не убьет. Сколько? 56. Хардкоп. Ну, мне невозможно сопеть. Я просто не слежу за стаком в этом. Невозможно сопеть. Точно. У нас Фенрир сносило на прошлом КД, он сломал мастерку забился, его вообще не пробивает. Хорошо, типа, смысл делать по одному мальчу 56 мастерства, если надо так убивать? Где на остальных боссах он умеет? Я в мишке, мое дело подсказать. У меня нету... У меня 53 в мишке. Нормально себя чувствую. Да не во мне было дело. Типа 1.6 не было хила, блядь. У меня влетело только сколько? Да хера. Ну, что ты понимал, тебе влетело раз тычка, у тебя там 30-40% хп. Я в тебя кастую, что тебе там еще тычки. У меня даже каст не кончился, ты сдох. Я на фуле не был более 3 секунд. Меня Димка, прохилило... сейчас... Володя, я сейчас отмотал. Меня прохилило. Щит земли, блядь, на 5000. Слово силы шил. Бля, Димка, я тебе говорю еще раз. Я ладно, даже пять не успел завершить, ты сдох. Ладно, все, тихо. Давайте, блядь, похуй. Сдох и сдох, хуй с ним. Поехали дальше, в рот твой ебать. Ну да, согласен, поехали дальше. Все нормально. Я пью приход, кстати. Все, давай, броню. Вот этот. Этот, кто там, кого-то нет? Лобстер. Тут. Все на месте? Да. Я так поставлю. Холич, ты тоже на месте? Что, блядь? Ну, под сейви, блядь, ридигу. Ты до него прыжком допрыгнешь. Напоминаю. Не попробую, а когда пожирающее пламя кидается без кольца, блядь, ты это должен делать. Ты должен это делать, блядь. Это очень важно, на самом деле. Чтобы у Вальмара, допустим, чтобы мы сейф не давали вреда никакой, и Вальмара не отдавал зубы по себе. Типа просто, ну, я буду сейвить, но я могу не успевать. Не, рано, не надо. Давай, боль. Можно после этого. Вот это точно сюда. Только мне бы быстренько дисплей вернуться. Это курс. Парни, с кем-то лутаюсь, нет? Нет. Ринга голема лутает.
Походу не в этом графике стоит, сейчас ебанем. Приехала стережка. Геру давайте. О. А, она в КД. Да. А, ну ладно, Покупаю, ничего страшного. Пожираю еще 12, я шоу. Я шелен, Вайтфюри прожмите. Отлично, все хорошо. Вайфури, ты лучше на Верочку еще в медведи прыгай. А, после этого заберу, сейчас 3 секунды спадается. Сейчас под эту хуйню надо сейф будет сделать. Третья аура, да, я сейчас дам сейф. Третья аура стоит вроде. Да. Стоит, да. Дал. Лобстер, Вайтфюри, медведи прожмите. Лобстер, ну медведя, ёбан. Ну, лобстер, блядь, мне декурсить надо, чё, бать. Ты курсить, блядь, когда пожирающих полный. А, да, поймите. Ресы, да, тебе сказали ресы. Вставай быстрее, тут сумрака был. Ребахните. Бахните его. Я каску обновил. Забери как ты спадут, спадут. Конечно. Ой, Фьюри Ридигер. Рида тоже за себя помог. Фьюри, еще тоже. Блядь. Я поднимусь сейчас за лобстер. Убегай сразу, вставай, убегай. Он же каску взять. КП обновите, да. Пожалуйста. Вот после этого заберу. Ринда, я шелен, сейчас умрешь. Готовь сейчас сейф, лобстер, вайпаемся. Ну, бать! Короче, и медведь, и мишка, и кожа была. Скажи, это ответь мне только на один вопрос. Нахуя тебя декорсить, когда на тебя пожирающее пламя висит? Скажи, пожирающее пламя меня убивает, если меня никто не хитнет, когда думаешь, я выживу? Да ладно, все, парни, все не надо. Ну, типа, ты да при чем здесь? Я просто спрашиваю. Ты, блядь, ну, лучше можешь в медведя прыгнуть, нахуй, нажать дубовую кожу, шанс еще пережить. Раз, я умру в медведе под дубовой кожей. Да не буду. Я вот сейчас умер в медведе последний вот это, под дубовую кожу. Что если не умру? У меня на ебале стоит голем и кастуется скоро кольцо мрака, я не фуловый. В смысле не умру? Ну, блядь, залетает какой-нибудь условный шальной щит в этот момент. Какой шальной щит, если они не могут их нажимать, в принципе? Потому что они до подписки. Блять, откэдэшивается с тебя, к примеру. Ты видел, что на тебя КД было? Причем тут КД? Они не могут подкусывать, блядь. Блять, Госп, ты можешь нормально разговаривать, сука, почему ты меня выбешиваешь? Потому я с тобой нормально разговариваю. Меня, в принципе. Я тебя просто спрашиваю, нахуй. Нормально, блять, ответь и все, нахуй. Сука, не, блять, вот без этой хуйни, пожалуйста, блять. Не выноси мне, блять. Ступаны, давай. Не выбешивай, сука, потому что сейчас опять сгорю, нахуй. Кирилл, буду нахуй орать, блять. Ну, блядь, заканчивай, ты, блядь, реально горишь. Все, заканчивай. Да потому что, сука, идите нахуй, блять. Заебали вы, нахуй. Нихуй не ебало закрывать, это раз, а во-вторых, сука, нахуй, нормально разговаривайте, пидорасы, блять. Чел, пидорасы, блять. А закрой ротик тоже, блядь. Почему ты горишь? Никто не горит. Один ты, блядь, горишь зачем-то. А потом говоришь, сука, я нормально нахуй разговаривал. Еще раз повторяю. Еще раз нахуй будете, блядь, так же, сука, разговаривать, нахуй. Я вам буду, сука, минусовать ИПЗ. Вы заебали, нахуй, уже меня, нахуй. Все, нахуй. Я тебе сказал, что я с тобой буду так разговаривать, потому что больше ты никого не слушаешь, нахуй. Если я тебе это не скажу, никто не слушает. В смысле, блядь, не слушаю? Я нормально, сука, еще раз посмотри. Зайди на стрим, сука. Я тебя сейчас вырежу, нахуй. Нормально, успокойся, блядь, успокойся. Тебе сказали, вы реально, сука, меня выводите, нахуй, последнее время, нахуй. Кирилл, блядь, успокойся, все. Продолжили пулить. Ну, постепенно горишь. Все. Давайте, собрались, бафы дали, блядь. Возьмите камушки, сука. Обязательно, короче, парни, сейв нажимайте, потому что пиздец пролетает. Просто жестко. Ты даже под низы бы, чтобы ты понимал, умер, блядь. Опс. Может, там чего тогда вторую пати перекинуть? Да нет, тотем должен работать. Какой нахуй по второй пати? Декурс. Парни. Два хила в одном пати. И чё? Чем ну вот, пати? Лобстеры кинулись, он их декурсит. Но я тоже их декурсить могу. Это не влияет, в какой они пати. Обязательно. Вальмора или Ирибику может первым продекурсить. Если он не успел, ты должен продекурсить. Всё, парни, давай. Они должны быть в одном, потому что у нас тотем, а три-то будет. Он только на пати работает. Вальмора, ты здесь? Желтый джаг и ебашу, блядь.
Макс. За баронда не достаю. Че, подбегу чуть-чуть, если кажется. Не, не с той стороны ночью. Ну сейчас, а то там потом, блядь, дебаф этот кидается съебучий, я, блядь, бегу как он. Ну с кем я лутаюсь? Нет. Все, отлично. Если что, говорите, я съебусь. Процента. Герова. Рейли Гавальмора, пусти прохей. Отлично. Next, я вот сейчас буду сейвить. Добро, сейвлю. Отлично. Все, Next, только если что, скажу, сейв нужно будет дать. Но это еще будет не скоро. Пожирающие 10. Следим, за кем будет. Будет без кольца, так что можно подбежать к ним, просейвить, парни. Смотрите, там. Да. Обязательно Вальмора нужно будет. Смотрим. Ридага Чивава. По Ридагу выгоните, пожалуйста. Все отлично, все, все хорошо. Серега, следующую поменяю. Точка в КД, если что. А ты без точки сейви. Подходи просто, и все, там демедж делится над полом. Настюк, готовь сейф. Сейчас скажу, когда нужно будет. Давай, Настя. Лобстер Рид, Рид. Засейвись как. Вы хорошо, хорошо, отлично. Умрете. Кольцо, шучка. Следите за Ридом, там, Кирюха и... Смотрите, сейчас 7 секунд, сейчас будет кольцо. Можно сбежаться к Вальморе, к примеру, и к Ридиге. Сбегитесь к ним. Вот будет фурия там. Ой, все отлично, похил. Чупа Иннером. В Риду надо бы и лобстер закинь, пожалуйста. Смотрим, сейчас будет. Я просейвлю. Ко мне. Дал. Хорошо. Лобстера прохил, пожалуйста. Отлично. Так, Настюх, у тебя же откадешится, да? Через минутку. Правильно? 47 секунд, отлично, но проблема. 40, отлично, там как раз будет. Как только будет откадешься, сразу жми, блядь, прям вот сразу. 8 секунд, приготовь, сейчас будет кольцо мрака, подходим к Ридиге и Вальморе. 40%, 1%, 1%, пробиваем. Пробиваем. Все, за мной. Точнее, за, давайте за мной, за мной, за мной. Все, сюда, сюда. Ну, на тебе спали бафы? Не-не-не, нет, вот 4 секунды, еще сюда быстрее, быстрее, быстрее. Все сюда быстрее. В одну, один фрейм, все, все. Забери как спаду. Убрал, уже разобрался, все, разобрал. Отойди к нам. Все стоим. Настюха, как только я скажу, дашь сейф. У меня еще куда? Давай.
КД. Какой-то сейф, дайте мастер аур на огонь что-нибудь. Нет, мастер аур. Все, открылось. По команде, по команде. Я 50 прожму, бабла нет. Рано, рано. Давай, сейф. Прохильчик у меня, я 50 прожал, бабла нет. Еще 20. Давай, давай, давай. Рассосались. 6 минут чилимся. Босс в центр ставлю. Все, рассосались, набрали максимальный рейндж, парни. Друг от друга. Сова. Так, совы. Совы, совы. Стоите идеально, все, так и декурсите. Босса не бьем, да? 6 минут, я забрал, иди. Иди. Вальмора, иди туда, стань там, где сейчас стоял чувава. Вальмора, сместись туда вот, пожалуйста. Все отлично. Туда вот сместись, туда, 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 туда. Не бейте только, не бейте. Взорвануть. Все. Чилимся 6 минут. Танки бьют. Кирюх, подбивай чуть-чуть потихо. Да не надо бить, автоатака мне, нам сколько... А, подожди, мы ждем БР. Всего лишь 6 минут, у нас все БР на месте. Все БР на месте, парни, я что-то пока не вижу. По-моему, все БР на месте. Я... В Альморе дам, наверное. Скиннеры скиньте сейчас. Так, лобстер скинь. Пожалуйста, обязательно в Альморе. Ридги скинь Вайт Фьюри, пожалуйста. Чувава. Я еще ТТМ даже не сдавал. По команде сейчас Холи Шит пропоешь, Рид ТТМ. И пой Рид ТТМ. Не, не положить. Все, я... Иди. Морвен, чат читаешь? Что-то Морвен все. Нихуя не вижу. Припод, контроля нет. Пилма. Да, пофиг. Понял. Я СС по Насте дал, она нас диван. Окей, это отлично будет. СС-ку. Настюха, так, если будет по Вальморе, ты должен будешь, должна будет, точнее, ей дать диван. Да, да, окей. Ему лично. Все, инры раздали, парни. Чекните, чтобы инры в КД пошли. Да фуловые, все. Все, чек. У нас 5 минут еще, давайте, хилимся. Бля, так там уже 26%. Нормально, нормально, еще 5 минут. Все, давай, заканчивай. Вы бы стукнули. Мы будем сейчас Серегу добивать. Стопните питов, пожалуйста. Холич, еще одна, один вант прилетает, я тебя, блядь, минус и поебал. Я забрал. Напоминаю, парни, все должны быть все бурсты. Крипоты не бить. Блять, рейдфрейм это почему? Точно рейд. Фласку можем будет на ДД перепить. Да, сейчас да, да, после мы... этого можно вот дизарм. После проклятий. Скинь дизармочку. Осторожно, не скажу. 9 секунд. Че по инервейтам? Минута. Да, ДРМ нет. 47 по минуте. Хорошо. Нужно будет скинуть. Сдадим 2 по Володе и 1 по Вальморе. Лобстер скинешь по Вальморе, чувава с Свет Фьюри поедет. Дал по шаману. Отлично. Сейчас я после проклятия заберу. Хотя... Все. Ах,
Лобстер, что там БКД еще? У тебя еще КД, да? У Чувава есть. Вот, сейчас Чувава даст Флориды, а по Вальморе даст сейчас еще Лобстер. Вальмора, по возможности скинешь этот вот гимн команды. Как Лобстер даст? Он только что давал 30 секунд да, назад. Вот, пока по Вальморе. Все, да, правильно? Ну, блядь, под АБМ не... у Чувава вообще остался инер. Сейчас он скинет. Он будет скидывать по Ридыге. 58 у нас еще как раз. Как раз вот сейчас я меняю, потом Серега меняет. И после того, как на Сереге будет 8 стаков, мы стартуем. Ну, не 8, 7, наверное. 7. Ну, как только этот вот. Сейчас прохилывал. Все, Кирюша, начинай подбивать. Подбивай только Кирилл. Брат. Отлично. У нас 31 секунда. 31 плюс еще 50, ну, типа, плюс твои, как только тебя скинули. 30, у нас полторы минуты. Блядь, что я еще на классную не понял. Бурст нажал? Угу. На вопрос. Сколько когда будет? Я да не на... Блядь, бурст, я припрод, припод говорю, не знаю. Хуёво. Окей, Настюха, если что, либо по фие... лучше по фиесте давать, по Вальмору. Скажите, по кому. И прям нужно четко быть бурстом. Серега, как только откадаешься, забирай. Сейчас, да. Заебал этот пет. Забирай, пожалуйста. Все, подбиваем. Холи Шит, этот Фиеста подбивает. Лобстер тоже. Аккуратно. Ой, бля. Только аккуратно, не торопись. Не, Лобстер, давай без тебя. Холич и Фиесточ. 38 секунд до старта. Туэмс. Это же другой подъебал, надо. Все, тут 21. 22 секунды ждем. Чуть потише, бить. Все уже, да. Да успеем, блять, стопнуть там еще. Нахуя, вот теперь стопнуть. Там еще 500 тысяч, блядь. Нет, 250. По инвертам есть, да, зрение скинешь в Ридагу. Все, после следующего каста надо приводить. Блять, декурсите пета, пожалуйста, это пиздец, нахуй. Он у меня умирает по КД, нахуй. Сука, поехали, я поехали, 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 быстрее. Гера. Приготовились. Рид, 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 убегай. Ридика выбежал. Нажал. Яша выбежал. Яша выбежал. Нажал. Рида надо первого выводить. Переводим быстрее. Вальмора выбежал. Вальмора выбежал. Дай его, диван, диван, диван. А, отлично, все, это тут снимай. Поздно. Поздно диван был. Ресочек, конечно. Надо быстрее, быстрее Рида выводить. Рида, быстрее. Серый забили, нету похила. Дай гимн на хп, хулишит быстрее. Контроль тирога. Ридика да, хилит. Да, 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 да. Вальмору выводите быстрее. Рейндж держите. Вальмору прохил, шилд на себя спамь сразу. Сразу спам шилда. Стоп, Яшу выводи быстрее. Рейндж, рейндж. Чувау, хилл нет вроде. Да. Рес и Чувау, быстрее, лобс. Лобс, Чувау, рес и риндов. Кольцо, блядь. Ресни, пожалуйста, вводит Юрий. Ресни быстрее, Чувау. Быстрее, прям сейчас. Не вставай, после нет, кольца. Встаешь, вставай. Ресса и Ринда. Ринда. Пожалуйста, нужно забрать все. Прибафните, пожалуйста. Таску дайте по Чуваве, бафы. Бафы по Чуваве. Набрал. Сейф нажми. Нету, нет. Блядь, набрал, отойдите. Хил, Чувава. Дайте, пожалуйста, Индра по Ридге. Настя с икра есть? Сейчас скажу, куда Настя. Давай сокру. Давай прямо сейчас сокру. Чё ты плотная, блядь. Давай, чё ты, ебать, плотная была, блядь.
Двух хилов МК взял, а поэтому бот. Да, там просто Яша разъебал, он по всем повешал минус этот хил. Невозможно было захилить. Ну лук, это... Я себе бы хилю, но... Блядь, да вот два отсекателя, это что, мутик поехал? Реально мутик. А лук тебе нужен? Слышишь? Да. А лук только нахуя? Только нахуя мне нужен. Там криты нет, да? Сокет есть. Это мутик, ребать, это мутик, это с этим, с рассекателем мутик, слышишь? Ну давай. Ебать. Да, нахуй, наконец-то. Не, нахуя, у тебя карточка есть, давай другим. Иди нахуй, это последний. Пять, ты четыре, правильно, нахуй, да. Наконец, все, мне больше токена не надо. Ну, сейчас ты мультик только 1.8 гоняет. Спасибо всем за рейд. Да, спасибо. Спасибо за терпение. Все, следующие КД я пас, скорее. Да ну нахуй, ну ты чё, цирк. Бля? Не, нас... цирк не хочу. Да какой просто тиль? Цирк. Да не было тиль, о чём? Да цирк, я говорю, какой тиль? Какой цирк? Где ты, блядь, этот цирк увидел? Ну вот, мы там орали что-то, истерили, плакали, просто там кричали. Пусть? Это хрень вонючая. Ты же понимаешь, что тебе не будет скапать, вот, вот скажи мне, ты говоришь, что страшного. Ну окей, давайте не будем ходить вообще. Так что я не пойду следующий КД нахуй этот хуйню эту, блядь, слушать заебало, честное слово, блядь, это... Не мутить же все, блядь.